Итак, друзья, финальный поединок в ринге Б в дневной сессии. Стивен Локхарт, представляющий Ирландию, против Муджибило Турсунова. Муджибило Турсунова из Узбекистана. Кстати, его мы помним по его участию и его победе на турнире именно Короткова в Хабаровске. Мы знаем, что этот турнир международный, что он очень высокого уровня, что он класса А, и вот там Муджибило победил. Поджимает боец из Узбекистана. Вообще, конечно, мы говорим о том, что узбекская школа олимпийского бокса в последнее время творит просто невероятные чудеса, но как-то неудачно узбеки выступили на этих олимпийских играх, потому что они разнесли всех в Екатеринбурге в 2019 году, они вынесли всех в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а когда надо было подтвердить снова свое величие, здорово, здесь отличная двойка в исполнении Муджибило, и Стивен неплохо отвечает правым снизу. Хорошо сдваивает удар слева. Муджибило. Да, и так вот, что касается Олимпийских игр в Токио, то вот там представители Узбекистана в боксе выступили неважно. По крайней мере, не в соответствии с тем уровнем, который они задали ранее. Хорошая двойка. Но мы видим, пока Стивен Локхарт спокойно выдерживает все эти атаки. Здорово по туловищу. Тут же ответ зеркальный от Муджибило. Кстати, он старается работать как раз с левой ручки по печени. Отличная двойка. Еще раз туда. Очень надежно, кстати, блоком прикрыт Муджибило. Опа, вот здесь ниже пояса ударил. Ниже пояса ударил Муджибило. Хотел по печени, но получилось не туда. Все время на сопернике Турсунов. Хорошее давление он оказывает на оппонента. По туловищу тоже и Стивен пробивает достаточно увесисто. Ну вот прям в пояс лупят сопернику Муджибило. Могу его понять, потому что длинные предплечья достаточно у Стивена Локхарта. И добраться до корпуса чисто получается далеко не всегда. Поэтому ищет какие-то свои варианты. Попадает опять два удара Муджибило. И здесь хорошо насаживает оппонента на джеб Локхарт. Десять секунд. Ну и пока все. Ринг-файт в красном ринге готовится к продолжению боя. Стефан Локхарт, Ирландия. Listen to me. Keep boxing that way. You're reading now. He's getting a bit tired now, right? Ну, кстати, были довольны в углу сейчас Стивеном. Говорили, что продолжает действовать в том же духе. Все хорошо у тебя получается, все нормально ты делаешь. Хорошая серия, но очень спокойно принимает все это на защиту. Причем обратите внимание, да, что Муджибило, ну, равно как и Стивен, стараются действовать в профессиональной манере. Да, то есть жестко стоят на стопе, на ногах. Нет вот этого челнока, постоянное давление со стороны Муджибило. Левый сбоку отличный в исполнении узбекского боксера.
Stop. Hey. What? Неплохо тут попытался вытащить оппонента на себя. Снова двойка. Еще раз туда. Очень плотно парни прикрыты, но видно, что удары Моджибело поплотнее, пожестче. Ну, зрительно, по крайней мере. За счет своего давления заставляет он соперника пятиться. Здорово. Есть, есть попадание. Причем мы видим, что Стивен страдает от этого. Очень жестко бьет, как настоящий проф. Еще раз. Посмотрите, туда начинает потихоньку разваливаться защита у Стивена Локхарда. А все это происходит потому, что он стоит напротив оппонента и играет в его игру. Не нужно этого делать. Мы видим, что как раз вот этот природный стиль, вот этот Моджибело Тулсунова, который он выработал давно уже и который приносит ему успех. И биться с ним, это нужно обладать такой же антропометрией, нужно обладать такой же мощью. А у Стивена этого нет. Поэтому нужно включать ноги обязательно Стивену. Нужно стараться работать на отходах, закручивать, проваливать. Но этого не происходит, и поэтому раз за разом попадает Моджибело. Здорово, еще раз достает. Очень тяжело приходится Локхарту сейчас. Минута до конца раунда. Здорово, левый сбоку. Подхватывает руки соперника здесь в клинче, старается. Еще раз взрывается серия. Вот, вот эта работа Стивена. Но почему он остается на линии огня, непонятно. Вот этими ударами будет его изматывать Моджибело Тулсунов. Ударами по туловищу, попаданиями в голову. Силы будут заканчиваться. И, конечно, это не добавит вестов, очевидно, Стивену Локхарту. Стоп! 20 секунд. Есть, есть! Цепляет соперника еще раз. Очень жестко досталось сейчас Стивену Локхарту. Ну и пока все. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Моджибело Тулсунов, Узбекистан. Боксер 99-го года рождения. Боксом занимается 8 лет. На ринге провел 82 поединка в 75 боях. Одержал победу. Боксер является победителем международного турнира в Хабаровске в 2021 году. Тренируется под руководством Абдувахида Жалолова. Seconds out. Second out. Out. Итак, друзья, мы продолжаем. Третий раунд. Ух, хорошо сейчас. Правый через руку попадает Стивен. Здорово здесь слева в туловище использует Моджибело. Мне кажется, все-таки не надо играть в эту игру Стивену. Вот, ой, надо выходить, выходить обязательно от канатов, да, потому что хорошая ручная скорость. Как только видит момент для атаки, Тулсунов тут же несколько ударов заваливает в цель. Правый снизу неплохой. Но опять же мы видим, что совершенно спокойно Моджибело отрабатывает все эти действия, принимает на защиту, амортизирует эти удары. Здесь здорово сейчас подраскачал. Хорошо обрабатывает, да, соперника, который пытается двигаться, да, но при всем при этом он постоянно находится на мушке у Тулсунова. И вот здесь повезло, защищался Стивен. Иначе, прямо если бы эти удары в цель зашли, мы во втором раунде видели, как тяжело было ирландцу
Мы знаем, что об ирландском характере слагают легенды, да. Верноподданные ее величества, напротив, подшучивают над ирландцами, называя их прямолинейными, скажем так, недалекими людьми по большей части. Но, опять же, это их внутренние дела, я не берусь это подтверждать или опровергать, а просто сам факт того, что да, ирландец значит упрямый, значит несгибаемый. Хорош, отличная серия в исполнении Стивена Локхарта. Вот как раз это то, о чем я вам говорил. Но по-прежнему преимущество большое на стороне Муджибело Турсунова. Он очень хорошо дышит, видит все атаки соперника, спокойно подставляет защиту. Двадцать секунд. Ну вот и все. Заканчивается встреча. В обоюдострой борьбе проходила концовка этой битвы. Но все-таки мне кажется, что Муджибело Турсунов должен забирать. Итак, друзья, слушаем. Ring B. The winner of this ball by split decision is the boxer from the blue corner. Да, Турсунов Муджибело побеждает Стивена Локхарта абсолютно заслуженно по делу. И опять же, что еще мне понравилось очень сильно, это как раз манера ведения боя узбекского бойца. Чисто профессиональная, очень мощная, силовая. Я думаю, что в профах этот парень точно совершенно не затеряется. И также я увидел несколько моментов, когда реально Муджибело Турсунов был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун, потому что очень жесткие удары Стивен получал. Но, опять же, к чести его, он их выдержал, не упал и не подал вида, что ему плохо и больно. А это так было, не сомневайтесь. И в целом, конечно, молодец Стивен, что доработал и сам порой создавал сопернику такие весомые проблемы. Но в целом он, конечно, был слабее сегодня. Ну что ж, дорогие друзья, вот таким получился очередной соревновательный день на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих в Москве. За сим все, большое спасибо за внимание. Меня зовут Роман Мазуров, и больше вам боев хороших и разных. Счастливо, пока!